смотри, в пикет, да, там отлично пикет. Ё, ПТРД по нам должен. По нам уже. Ну, супер, план. А вот его. Да. Кто-то паник. Херово. Мы куда едем? Ой. Я не знаю, куда мы едем. Давай, может, высадишься? Окей, высадились, но я примерно знаю, где мы. Хорошо. Мы сейчас находимся где-то примерно... Как? Что-то бред, ты что-то лаги. Телепортируй до сих пор. Я поставил метку, где примерно мы находимся. Примерно. Блин, телепорт там. Чё опять телепортируй-то? Или теперь от командира отбегать нельзя? Воевать, кто стреляет? Гуд. Райан. Был на 280, ушел налево. Примерно на 260. Он раненый. Так, вот что-то это не отбегает. Я его ранил, что ли? Да, он где-то раненый. Так. Ладно, я вижу труп перед ней. А, то я его сделал. Лучше подойти и грохнуть. Да, Паш. Или не трогать. Хотя он может прийти в себя. Надо будет проверить. У нас тут ранен. Боль у него. На крик пока переходите. Не слышно. Наш один убежал вперед. Да, на запад. На запад, да? Ну, а нам туда же надо? Нет. Как-то на юг куда-то надо. Юг, юго-запад, да? Ну, судя по звукам, на 208 нам надо. Давайте заглянем к этому раненому, а потом повернем на 208. Тут по нам долбит. Да. Время. Он не отзывается, он живой. Это спитер. А ну отошел быстро. Будем брать? Блин. Давай его. Куда он делся? Не знаю. Где он? Потапчик такой.
А, чё? Ты с ним что делал? Обыскать? Нет, я его хотел это... Этот, как его? Фистингом анальным заняться. А, он пропал. Ну вот он испугался. Он мои мысли прочитал, наверное. Давай, да. Тут где-то еще раненый был красный армянец. Он наш нет. Видел кого? 260. В смысле, они еще не зашли? Ну, подбежали к нему, не допекали. Не допекали. Вот, наверное, вы добежали. Ну, это ресинхрон, скорее всего. Скажите, а где спитер? Ой, северо-восток. Северо-восток под елкой. Он меня убил, я не знаю, как он нашел, я в елке сидел. Ты заходил, что ли? Ну, так, у него спитер вообще лежит, очень интересно. Мне интересно, как он меня нашел. Вот я сидел в елке, меня вообще не видел. Никто. Бля, вот эта операция подошел. Вообще неудобно. Аздоник, ты меня слышишь? Тепло. Вторая мировая. Ну понятно, блин, ну вообще так неудобно. Получилось. С этой стороны столько обходило, они начали бить. Нифиг по одному ходить.
но не слева стали. Видите, я там одного убил, а остальные начали там дальше налево прошли. Прорваться и... Потом вышел за пулемет. Файтер. Почти. Слышно? Да. Питер, ты живой еще? Ну, оно начнется. Мне интересно, как эта зараза упала без сознания. Я к ней подошел, начал обеззараживать. Он исчез, и теперь где-то бегает в окрестностях зоны. Он перезашел за бота. Да, читер. Ага. Он сначала, мы забежали в триггер, мы умерли, он был снайпером. Потом он перезашел за бота, прибежал, заултался. Что за потом лежал без сознанки. Андрюк, ты понимаешь, что ты это видел или нет? Ну, ты подходишь ко мне, я очнулся и телепортируешь меня в 10 от вас или 20. ПЗ. Я это видел, у меня чем вот вопрос. Чем ты меня в плен хотел взять? Я просто очнулся, у меня все под записью есть, если что. Ладно. Я просто очнулся, слышу, вы стоите, кричите, где спитер, где спитер? Я просто начинаю убегать от вас. Ты объясни, как ты меня увидел в елке и со спины подошел. А ты спитер что, перезаходил? Потому что, Азоник, у тебя что, взрывающий триггер был? Ну да. Ну, блин, ну триггер убил, можно же. Ну, как-то нет вообще-то. Ну, блин, это, потому что никто не говорил, что взрывающий триггер. Ну, какая разница, туда нельзя идти. Пересекать, и много людей уже какой-то раз, когда триггеры просто берут и убивают тебя. Объясни, так, пожалуйста, как ты в елке меня нашел? Ты какой елке был? По ты какому в звуку? Нет, погоди. Ты стрелял в этот момент. Я не стрелял, я за него выстрел не сделал. Погоди, ты в какой елке? Ты в той елке был, когда я в тебя лег, что ли? Да. Я просто бегу, ложусь в елку. Смотрю, нога торчит. Такой думаю, что за дерьмо? Стреляю, елка спасает. Стреляй еще раз в новую. Ты на меня. Краси, что ты вообще пошел? Не могу перезарядить. Человек ложится на меня. Человек лежит на меня и смотрит просто. Я не пойму, ты. Тебе за тобой лежало две ленты еще. Это было очень ударено. Только не кончались. Я просто чисто случайно лег в елку и наткнулся на человека, который в этой елке лежал. Не, ленты за ним лежали, я ленты не брал. Боевой пост. А ты зачем там кому-то кучу СВТ-шек дал? Я никому не давал кучу СВТ-шек, ты что залагала? А знаешь, что за дерьмо? Залагала, и у него в рюкзаке появился бесконечный запас СВТ-шек. Я начал раздавать направо-налево и... А патроны где взять? Я фиг знает, он мне говорит, что я тебе могу давать СВТ-шки. Ну, блин, обычно это Asian Script. Там, слушай, Азоник, скорее всего, это мой косяк, я как-то выдавал в старой версии. В SNG Gear за место патронов в рюкзак прописал его СВТ-шку. Я начал смотреть, что это. А кто на меня так выглянул за елочкой? Это кто был? Кто-то у меня так просто стоит и выглядывает за елочкой прямо на меня так. Визор тоже к пацанам подбежал, последние все остались. За какой елочкой? Вот где-то чикал, где у тебя патроны кончились, это не стартер, по-моему. Нет, потом я в елочке улежал тупой уже, там человек успокоил ко мне и сказал, скопа выглянул. Сука! Граната меня ранила, но я очнулся. А потом еще одна граната, но она меня уже убила. У меня уже медицины просто не было с собой даже. У меня медицина была. Ну, я... Блин, я убежал за елку. Почему два бота Ауди? А, или ты у меня валяется? После щиты. О, Бэтсвада убили. У Мосинки звук, я путаю с ПТРД все время. Так я с ПТРД, по-моему, стрелял так-то еще, когда вы ехали в этой фигне, но вы как-то не почувствовали. Ну нет, у нас убило одного человека. О. А вообще, я так понял, сожгли. Вот Паша подводки, Паша, ты же ставишь отталкивающие фигни, да? ДЖК это пошло. Вот Азоник извращает. Пацаны, если только бы не по второй мировой гонять или... Просто один человек бежал, и минус 3 сразу получилось. Ну, так-то на самом деле, ты говоришь, Паша ставит отталкивающие триггеры. Эти триггеры взяты с миски, которая этот предел прочности. Так что это Пашин триггер. Ну, он взорвало, один забежал в триггер, и минус 3 сразу. Возьми сразу, это скоммунисти. Я ж помнил на толкнище. Какая разница, умер от триггера, нахера или заходить, блин? А что не так? Да Азоник троллит вот вас. Учитесь это, не нарушать условности, там на самую границу побежали, нефиг туда бежать. Да нет, просто смотри, человек побежал, у нас метка стояла туда, на 100 какой там, 101.
побежали вообще, как бы пробежали на 101, побежали на 113. Лоло, вообще-то у вас метка ПТРД стояла, а я ее удалил. Я говорю, там где Дин, туда где ПТРД с пулеметом. Туда и бежали, так люди пробежали, эту метку дальше, побежали еще дальше. Люди побежали еще дальше, а звоним. Ну, умейте ориентироваться на месяц, ёлка. Вот. Вот. Всё, я бежал просто за ними. Героические мы сражались на мечах вообще. У нас было. Да, мне, кстати, понравилось, все БЕшники сидели в одном окопе. Все в четвером. Как вся атака, нет. Как вся бадона? Да, я посмотрел по спектатору, сидит в одном окопе ты, Визор, Кочегар и еще кто-то там. Не, Кочегар сидел с аудиторией с самого начала. Да, а потом он прибежал к вам. Поскольку ты мин. Ой, Азнай, сколько ты минут миссия длится? Азнай, сколько ты миссия длится? Ты поставил в тупик его. Да он что-то. Миссия какая миссия? Да миссии не делал. Ctrl-C, Ctrl-V. Да тут просто сколько им нужно этому окопе сидеть, который похож на кое-что. Ой, нет, все, Визора. Визор стоял так посередине нормально. Пуль кусаю. О, ничего, фига, что аудитория это... использует. Это что за удочка? Да у меня такая была, я использовал как меч, я дрался с ним на ПТРД и... Это знаешь, чтобы смотреть так закоп? Закопов. Чё, уже погиб кто-то, вон Визер. Да, ага. Кажется, аудитория хочет этой удочкой драться сейчас. Какой замахнулся. А, аудитория закричал. Да мы там музыку вообще пели. Блин, вообще. А у кого, кстати, музыка про чечена? Это я пел. Это я пел. У вас из соседнего окошка. Да я на крик поставил. Про. Кочегар, что про разбитый грозный. Какой помахнул за голову. У кого-то было. Ну еще кого-то. Да ладно, смотри, Кочегар, когда тут. Нормально. Как я его не убил, лол? Убил, убил, убил. Кочегар, все? А, не, живой еще. По фану. Ты потом мне скинь ссылку. Окей. О, я махнул, убил. Вест, тут прости. Эй, Вип.